чувак, который застрелил только что. А, слушай, не понадобилось. Зато, по-моему, я отомстил. Нихуя себе, простите за выражение. Я такого плодотворного фьюзения давно не осуществлял. Это какой-то бред. Ты понимаешь, что мы здесь не войдем? А мы можем сверху зайти, как белые люди. Ой, оставь мне его. Ладно, побуду мишенькой. О боже мой, хвала тебе. Стоп, щитство, зачем? Господи. Тихо, 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 тихо. У меня заходит через кабину. Ганули наушники, и я пропустил твой восхищенный вау. Хорошо. Если что, отступай туда, кошечка. Вот здесь еще пытаюсь пройти. Открыли. Заряжаю! Это лучше. Их там двое, слушай, я два лазера вижу. Ага, торчат. Подожди. Еще есть кто? Нет. Проверь кабину пилотов. С собой кабине чисто. Сейчас пойду наверх поеду. Давай. Тоже чисто. На кухне слышу. Есть в хвосте. И смотри кухню, отвлекись от бота, смотри на кухню, а я буду смотреть. Или давай лучше дождемся этого чувака, который из кухни придет. Смотрю кухню. Иди, вот, все, в хвосте, давай, потом помоги мне. Это будет эйс. Давай, давай. Он в хвосте наверху, в хвосте внизу? Нет, в хвосте. На этаже. Снес бота. Внизу, то есть, да? Вот очанки. Да, внизу. А как залезать наверх? Не, я его пока пошугаю здесь. Ага, ага, слышу. Да? Да, это был эйс. Поздравляю.